Почему имя Владимира Григорьевича Шухова вошло в историю инженерного дела? Как его наработки используют сейчас? Ответы на эти и многие другие вопросы получили участники проектно-образовательного интенсива «Школа Шухова 3.0». Итак, Шухов продемонстрировал свои выдающиеся математические способности, еще будучи гимназистом. На лекции ребятам в том числе рассказали о внедрении современного отечественного программного обеспечения в области строительства. Информационное моделирование сейчас – одна из самых актуальных тем. Цифра будет определять развитие любой отрасли науки и техники, а строительство, как одна из наиболее ресурсоемких отраслей, она должна быть и успешно цифровизируется. Наш регион является, ну, одним из лидеров в области цифровизации строительства, проектирования, строительного производства. И в первую очередь такое лидерство обеспечивается высококачественными кадрами, которые готовит наш университет. Идею такой образовательной площадки, что называется, диктует время, говорят организаторы. Мы увидели, что работы, предлагаемые нами на рынке, которые вот выполнены в технологиях информационного моделирования и с использованием современного оборудования, они много более конкурентоспособны, нежели традиционно выполняемые строительно-проектные работы. Впереди у ребят 4 недели интенсивной работы в проектных группах. Мастер-классы, лекции, воркшопы от ведущих специалистов в области информационного моделирования. Самая главная цель интенсива – это развить надпрофессиональные навыки и компетенции у студентов для того, чтобы они стали квалифицированными инженерами, которые знают все современные тренды в строительстве. В этом году учениками школы станут более 100 шуховцев. Для студентов из других регионов предусмотрен онлайн-блок. Следить за анонсами и результатами образовательного проекта можно на официальных информационных каналах университета. Светлана Гмыря, Денис Копыч. Такой день на Мире Белогорья.